Тысячи людей прошли в субботу маршем через город Утрехт в знак протеста против правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса. 3 недели назад власти Нидерландов ввели частичную изоляцию. Так бары, рестораны и другие общественные места, в том числе магазины, не торгующие продуктами и предметами первой необходимости, должны закрываться в 17 часов. Около 1200 полицейских были задействованы в Вене во время акции протеста против санитарных мер. Несколько человек были арестованы. Демонстранты снесли ограждение, и стражи порядка применили слезоточивый газ. 2 из них получили ранения. 1000 протестующих против вакцинации собрались в субботу в центре Барселоны. Они выступали против введения ковид-паспортов в испанской автономной области Каталония. Соответствующий закон вступил в силу в субботу после того, как суд удовлетворил запрос правительства области о правомощности введения таких мер. 1000 медицинских работников и обслуживающего персонала больниц провели акцию протеста в Париже. Они требовали положить конец сокращению числа коек в государственных больницах и улучшению условий труда. «Спаси свою больницу, когда-нибудь она спасет тебя», написано на плакатах.